Под ногами лед, а в душе огонь. В набережных Челнах сегодня стартовало открытое первенство республики по фигурному катанию среди юниоров. В Автоград приехали не только спортсмены со всего Татарстана, но также представители спортшкол из соседних регионов. Подробности в сюжете. Юные фигуристы выходят на челнинский лед, чтобы проверить свои силы в очном противостоянии. Под сводами спорткомплекса собрались молодые дарования практически всех разрядов, от третьего юношеского до кандидатов в мастера спорта. Но всех их объединяет любовь к фигурному катанию и стремление к победе. Я всегда рассчитываю на первое место. Мне очень понравилось. Я считаю по своим правилам, что я хорошо откатала. Откатала, не упала, но каскад не сделала. 2-2. Побоялась. Мне нравится больше вращение и некоторые прыжки, потому что вращение мне нравится делать. Не знаю, они как-то для меня легче. Это первенство проводится в набережных Челнах уже 5-й год подряд. Тем не менее, в первый день соревнований зрителей и болельщиков пришло не так много. Ожидается, что в выходные их будет гораздо больше. Вход абсолютно свободный, мы приглашаем всех жителей города посмотреть наши соревнования. Я гарантирую, есть на что посмотреть. Будет очень интересно. Любителей этого вида спорта ждут в Ледовом дворце в субботу с 8 утра до 8 вечера и в воскресенье с 8 до часу дня. Кто знает, может быть, в эти дни на Челнинском льду свои первые победы одержат будущие олимпийские звезды или чемпионы мира. Владимир Нефедов, Ильнар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.